Здравствуйте, товарищи! Как вы относитесь к пасте из морепродуктов? А черной? Сейчас я покажу, как это делается. Нам первое изначально надо сделать гуляш. Порежем половину головки лука репчастого. Мы возьмем одну глубокую кастрюлю. Добавим внутрь лук. Нальем немного оливкового масла. Посолим. И все, отправим на плиту. Пока у нас лук обжаривается, я возьму немного моркови. Чуть-чуть моркови дала аромата, не надо много. Это будет достаточно. У меня есть немного корена сельдерея, также немного потертим. Добавим сюда и потихоньку тушим. Во вторую кастрюлю я уже налил воду. Тут у меня есть каламари. Все это порежем мелко. Берем деревянную лопатку. Сейчас потихоньку будем смешивать наш лук. Затем возьмем один такой маленький красненький помидорчик. Также мелко порежем. Добавим помидорчик. Я люблю добавлять эти ароматные ромовые кубинские. И пока у нас все это тушится, у меня есть черный шпагетти. Добавим воду и варим это все где-то примерно на 70-80%. Возьмем сетку. Макароны наши сварены где-то на 80%. Процедим и положим в сторону. Сейчас мы возьмем наши каламары. Добавим красную паприку. Потом возьмем корицу. У меня есть такая штучка, называется она чернило из каракатицы. Возьмем нож и потихоньку пальцами вытащим в наш соус. Посмотри сюда. Все это смешим. Видите себя осторожно. Чернило из каракатицы, из каламаров, оно из мора. И оно иногда бывает очень солено. Так что первое всегда попробуйте, а потом досолите. Все это сейчас уберем в сторону. Возьмем одну сковородку. Мелко порежем 2-3 зуба чеснока. Добавим чеснок на сковородку. Сюда добавим немного петрушки. Зальем немного оливкового масла. И поставим на плиту. На 80% сварены шпагетти. Добавим сюда. Почему на 80%? Сейчас мы хотим, чтобы наши шпагетти начали выпивать наши гуляш с корицем, с луком, морковком, чтобы мы им улучшили вкус. Сейчас возьмем наши гуляш, добавим и все это смешаем. Если у вас гуляш слишком густый, вы добавите немного белого или красного вина. Если нет, просто немного воды, чтобы наши шпагетти доварились. Пока наши шпагетти варятся, я потертим немного сыра. У меня грана падано, чтобы это все заклеило нашу массу. У меня есть немного горгонзолы. Так, кусочек добавим сюда. Затем добавим грана падано. Все это смешим. Порежем еще один чесночок. Я просто это люблю. Возьмите одну глубокую тарелку. Чуть чеснока дала аромата. Все это смешайте. Добавим нашу пасту с каламарами. Это будет достаточно на одну порцию. Возьмете бумагу, почистите тарелку. Если вы влюблены, если у вас кто-то пришел в гости, там какая-то красивая девушка или парень, нарисуйте сердце, проколите сердце, например, с петрушком. Положите кусок этого сердца, добавьте мелко резаного сыра. Так. Добавите со стороны. Наше блюдо готово. Любите друг друга. С вами был Серж Маркович, ТВ Джем. Спасибо. До свидания.